говорит только так, что дело голодал, иногда пропадало, белодерно рыдал, не рыгал. Подарку шалик, который не любил, который не рубил, а ты уважал, не ложал, а делок домой пропадал. Отсюда перебивал, перешло, я не понимал, но пошел, что тебя на канал. Я знаю точно, чего хочу.
лето, тоже ты пойти для меня. Там спрашивай, да? А, вот это можно, да? Ну, связано с природой там. Часы. Со временем? Со временем. Время везде. Большой взрыв вселенная. Бесконечность. Космос. Бесконечность. Вселенная. Бесконечность. Время. Бесконечное время. А, точно же, бесконечность. Я теперь понял это движение. Время бесконечное. Коллапс. Вселенная еще. Ну, галактика. Что-то масштабное. Дофига времени. Это взрыв. С алгеброй. Вечность. Ну, дофига времени. Вечность. А он не в команде. Теперь в команде. Запомнили слово машина, да? Хорошо. Машина хорошо. Картина Айвазов. Я не угадал. Радиатор? Не-не-не, подожди. Это какая-то... Ну, с машиной связано. С машиной связано, да? Окно? Обогреватель заднего стекла? Ей находится, но вот это фигня какая-то. Решетка какая-нибудь? Радиатор решетка? А, вентилятор какой-то. А, это. Она неправильно поняла то, что я объясняю. Печка, горячий воздух, печка там, не знаю. Вдувает воздух в салон? Нет. Не печка, нет. Подожди, квадрат. Тихо, стоп. Прямоугольник, еще прямоугольник. Окно. Панель приборов. Панель приборов или что там? Окно. Я тоже не знаю. Мы тебе другое загадывали, да. Там не было окон. Карбюратор. Не, ну подождите, вы должны объяснить, что это за слово, понимаете? Мы объяснили. Как смогли. Плохо объяснили. Ты знаешь, на наших познаний не хватает. Покажите на машине. Нет, показывай нельзя. Не-не-не, не показывай на машине. Даже не подходи к машине с нужной стороны. Короче, слово радиатор, нет? Нет. С машиной что-то связано, по-любому. Что там показывалось решетка? Какая-нибудь транзистор, я не знаю, микросхема. Похоже, да. Судя по рисунку. Объяснили, как показывают. Вы должны понять. Понимаю, крышка. Бензобак? Бензонасос, карбюратор, блин. Нет, давайте без слов. Что, да, карбюратор? Все. Вот. Слово карбюратор? Да? Смеется водами. А сколько букв? Букв сколько? Да это не Катя. Не-не-не, короче. Это связано с сколько букв? Сколько букв? Одно слово. Это связано с временем. Ты уже показывали себе нет. Это с действием. Человек? Говорите. Это с действием связано. Это какое-то чувство, да? Это типа, какое-то, да, да. Это не связано с конкретной вещью, это не вещь. Это чувство какое-то человеческое. Это как состояние. Вот, дайте ему определиться. Человек это делает? Да. Ну не знаю, как объяснить. Нет, подожди, это вот как... Да, уже показывают. Пилотов. Смотришь. Получается, хуйня. Это какая-то идея. Это профессия. Практически, до свидания. Это профессия? Ну, то есть... Нет, это идея мужа. Я не знаю, что такое карбюратор. Я не знаю. Ваше незнание. Я не знаю. Нет, не знаю. Неизвестный. Нет, она хуета. Поебень, да? Несвойственность. Нифига себе. Нет, привет, не могу сказать, ребят. Не опускайте нас совсем. Это у меня. Есть такое слово, связанное с созвучью хотя бы. Синоним. Скажи синоним. Скажи, да. Напиши на земле. Напиши смс синоним. Скажи такое слово на эту же букву. Какое-нибудь слово на эту же букву. Нет, нельзя такое. Понятно, да, как я понимаю? Нет. Это неизвестно. Ну, короче, вы признаете свое поражение. Синоним какой-то. Назовите по букве. Синоним неизвестный. Так, ну что значит? Неопределенность. Несвойственность. Нелогично. Там есть приставка нет. Такие слова-то я не знаю даже. Нет, нет приставки нет. Нет приставки нет.
секрет. Ну, секрет! Ну, группа секрет! Музыка, наверное, связана. Ты как эти? Паранормально связано с чем-то. Не, ну это что-то... Ну ты вообще идиот. Ты вообще долдон. Ну как можно не угадать такое слово, а? Загадка. Загадка. А сейчас мы покажем. Все будут думать, что это за бред вообще. Никто не знает, что такое. Я сам. Это связано с этой хуйней стреляющей. Круто! Это она есть? Оружие, это из кино. Оружие. Списывает шлагом так. Это автоматизированное оружие, что ли? Пули. Пулями связаны. Или то, что выходит из дула, так? Вообще, по-моему, далеко. А что, кроме пули, выходит из дула? Надо... Там прикол, там они... А при чем тут дула? Пойдем, я покажу. Почему вот так? Вот это почему? Видите, как тебе хочется, не знаю. Лазер? Типа из автомата стреляешь что-то. Лазер, как-то так. Звездные войны какие? А лазер какой? Синоним. Лазер. А почему в этом бывает? Лазер, ну, луч, свет. Плазма какая-то, блин. Грузчик. Хомут. А, кто волочит эти корабли? Бурлаки? Не-не-не. Подарки? Бурлак, бурлак. Подарки? Подарки. Дед Мороз. Дед Мороз. Подожди, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, Дед Мороз. Ёлка. Гирлянда. Лампочки. Дождик этот, блин. Буря. Ты пугаешь. Лампушка. Не, ну вот это блестящий это. Шарики. Блестящие. Это, бля, как она ж называется-то? Ну я понял, что это такое, это. Блин, ну гирлянда. Тупые, блин. Стоп. Ну вот это, знаешь, блестящая такая, пушистая такая. Ну гирлянда. Дождик, это как же его там? Ну я понял, что это такое, блин. Она разве не гирлянда называется? По-другому, да, как-то? Ну, как-то вот, типа, через жопу, да? Тихо-тихо-тихо, подожди. Мишура! Мишура, вот, точно, ё-моё. А где ты стул? Да я его не взял, смотрю. Ты человек живой? Сиськи! Что? Он человек, да, он человек. Профи, нет? Чё, вены режут? По венам кровь идёт. По венам кровь идёт. Жизнь? Че? Самоубийство. Кровь идёт? Кровь, лимфа. Жилы там. Нервное окончание? Нервы? Ультрапиалы. Ионы. О, да. Загар? Радиация. Загар? Не знаю. Короче, солнце с другой стороны, поэтому тебе похуй. Похуй? Закат? Ключевое слово похуй. Для пизды. Не важно. Да пошли все нахуй. Не важно. Все равно. Бессмыслица. Все равно? Все равно, да? Так, все равно. Я сказал же, похуй, не подходит ему. Ну что так матом ругаетесь вообще, прямо аж стыдно. Похуй, потому что. Да это понятие, вот именно вот. Неважно, вот, безразличие. Да. Здесь, да? Здесь. Порно! Ты кого-то принял? У тебя проблемы. Это вообще никак. Вот это вот твоё. Это порно-мигрант.
ему показывают вот так, нормально. Ты, наверное, лыжник, Андрей. Да я не такой. Насильщик. Насильщик. Лёха насильщик. Ты при этом смотришь и охуеваешь. Нет, ты не охуеваешь. Ты пытаешься показать. Да, Юк. Ты покажешь. Нет, это вот я. Я вот стою тут. Стою на асфальте. Вот, Таня знает, Таня знает. Спрашивай, Таня, она там уже. Не могут. Тань, гадай. Как называется человек, перед которым много народу, это порно все? Порно актер. Это какой-то научный термин. Пальбо. Нет, это он. Вот перед ним куча народа. Ну. Воярист. Воярист, точно. Нет, нет, воэризм... Но она сказала уже. Ингибиционизм сказал. Ингибиционист. Да! Да. Короче, ты почитал, может, пока? Человек. Человек. Человек ищет что-то. Компас. Не, поисковик, блядь. Навигатор какой-то такой, этот... Штурман там. Коммуникатор. Да, идет как по пути. Да, я сейчас не пойму. Ты знаешь это слово. Попутчик. По пути тебя показывает. Навигация. Да, система навигации, что-то. Чёрная коробка в самолете. Пиздец, он издалека. Указатель, указатель. Навигация. Наведение, баллистика. Точка. Цель. Здесь. Система спутниковой навигации. Ты почитал слово показывать? Да, старайся. Да. Я слово знаю, но я бы никак не отгадал. Это первый предлог какой-то, по-любому. Вы узнаете, что это такое, что там первое. Ну что, навигатор. А, фотик, да, фотик. Фото, аппарат. Фото это система, оптическая система какой-то связана, да? Поверь мне, вообще не связано. То, что ты показываешь, это слово или это какая-то в объективе часть слова? Он часть слова показывает. Нет, он показывает часть слова, но, как я сказал, фот, да? Можно показывать да, фото, да, а да, можно да, показывать фото. Да, это предлог или это целое слово? Предлог. Предлог. Слово. Это целое слово, то, что вот это... Оно маленькое. Оно маленькое или большое? Маленькое. Да не важно, не важно. Очень короче, большое. Оно связано как-то вот с этими системами наведения. Навигация. Да, да. На правильном пути, Андрей. Да. Я просто хочу объяснить сейчас одно слово. Без слов. А, ты ничего, я нормально. Ничего не говори. Не надо, я ничего нормально. Не говорю. Ты не говоришь ничего. Что ты говоришь? Так. Молчок, молчок. Я молчу. Бей себя, ну бей. Я. Что ты говорил, что надо? Щелкаю, щелкаю. Фото. Фото, фотик. А я? Цель. А я ищу цель, навожу, наводчик что-то. Он очень-очень-очень из-за меня. Там что-то экран. Аэрофотосъемка. Экран там. Съема карта. Это зритель. Что она загадает? Карта нет, не знаю, что там. Привода. Так, что ты сказал? Да хуя! Много фотографов! Папарат! 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 Вообще радует, прикольно. Футбол стадион. Папарат! Это что, не соединение, что ли? Подожди, ты знаешь это слово? Фот вообще какой? Это понимаешь? Это связано с еблей, я подскажу этим еще. Боль, фото можно забыть. Подожди, у нас, значит, то, что мы понимаем, у нас, допустим, сейчас все сбрасываем. Резет, ребут, все. Резет, резет. Эшке, да. Я, ну, да, ты. Да, пью. Иду. Зашел куда-то, да? А там хуя, там хуя. Алло. А там на халяву накуривают, блядь. И вот он вот так. И меня так накрыло, что я все, и упал. Самолет. Самолет, он упал. Всем самолет полетел. Это сложная фигура пилотажа, что ли? А ты гад, ты лисок, ну нахуй! Ты выше, а там он? Нет, ты Роменкер!
Кристине границы. Ты слышал, как? Короче, самолет, граница, место, страна. Страна. А, звезда, я понял. Я вышел. Страна, место. Я не понимаю, что он объясняет вот это сейчас. Виза. Чё? Господи, ёлка. На диске показывай. Тот, кто получает визу или кто ее выдает в окне, оператор, нет? Подожди, наш. Сел самолет, так? Самолет упал. Они уже 5 минут. Они уже 5 минут гадают это. Это человек из самолета, да? Ты знаешь, это за слово? Вторая часть. Вторая часть. Это человек, который находится в самолете. А первого они отгадали. Ты сейчас поймешь слово. Ладно, то есть, короче, самолет. Упал, да? Самолет упал, я вышел. И передо мной какой-то остров. Крутия моя. Окружение. Леша, там не опилоты, там много островов. Гид, он встречает. Надо там кто-то добавить перед ним, перед гидом, да? Гид это кто-то перед этим. Короче, гид. Гитлер, блядь. Подожди, у меня пытается по-другому. Три, да. Гидравлика. Вторая часть гид, да? Нет. Первая часть. Вторая часть гид. Она гид, точно гид. Только без гид. Три первая идет, да? Вау, вторая серия. Первая часть связана с сексом, да? Давай, Коля, объясни. Да, движение я знаю, мы все его знаем. Так, не говори, там зубами не двигайся. Все, я знаю, дождя больше не будет, и радугу вон. Угу. Это хорошо. Один, два, три, че. Жопа! Так, спокойно, вы расстояние держите. У вас 2 минуты осталось, чтобы объяснить от слова. Вы уже, блин, 8 минут уже объясняете. А что, у нас 2 минуты осталось? По буквам показывают. Ну, 10 минут, но они просто уже... Они уже достали, понятно. Не, ну правда, да. Можно ввести какой-нибудь. Ну... Гидравлика. Извини, что ж ты, блин, за хуйня? Нет. Андрей, ну такая, блин, хуйня. Раз не будет. Я сказал. Ну это гид. А гид это первая. Первая. А сколько перед ним? Маленькая. Приставка. А, это он. Блин, это фригиды. Да! Ебать! Я не знаю, как его объяснить. Я поэтому и начал гида. Первая часть. Ебать! Нахуй эти самолеты и система навигации! Куда вы хотите? Самолеты! На самом деле! Друзья, блядь, алкаши, сука, блядь, сучили. Охота наши. Или героином ебанутым на лявы. Волосы нанюхать или замутить. Да, но денег нету нихуя. Я не знаю, где их взять. Ёбаная жизнь, ненавижу. Сука, блядь, пиздос-бандос. Ебать мой лысый череп. Пиздос-бандос. Пососи у мамки хуй. Пиздос-бандос. Ебать мой лысый череп. Ебать, колобродить, колобродить. Ебать, ебать, колобродить. Ебать, Ебать, колобродить, ебать, 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 ебать,
пошла. Я вам делаю. Нет, кто сказал не в тему? А на меня не тему. Давай еще что-нибудь веселое. Ой, ты не со мной. Ой, ты не со мной. Ну, блин, Юр, я только подумал, что надо бревно сюда положить. Я не знаю, такой. Это что такое-то? Стояло жаркое лето. Да. Лето перхотятся. И пилота отдумана. Вы знаете, Боря, ну давай, давай. Все такие, что где-то. Виски над полиной бал. Ты проскочешь без билета. И койка Митич Форева. И снова супербизоны. В миражах Аризоны. Сосед вернулся из зоны. Давай, поднимайся, давай. На маленьке два патрона. И снова супербизоны. В миражах горизоны. Сосед вернулся из зоны. Совсем другой горизон. Давай, давай, давай. Марин, давай, поднимайся. Супербизоны. Давай, давай, иди туда, да. Закончилось лето. И пять копеек монеты. Я в камеру. Ракета. Ух, я ж не мог, что вроде тебя спать. Ой, не страшно. Счастье. Счастье, Шарки. Сказал ты, Бог. Молодец. Не напился, не думаешь, пойдя как
будет страх. Нажрался и упал, как заново родился. Поутру я защищу поход за новый камень. Бенгал сияет ярче солнечных лет. Нарвану чисто среда чужой помады. Знакомый просвет сказал, бери, приятель, бей. Навстречу мне толпа взглядов, обычных и строгих и спорковых лет. Они надеются, я останусь с ними рядом. Всем наплевать, что я свободный человек. Нажрался и валяюсь под кустами. Когда б я не напился, не думаю, что я когда-нибудь справлюсь. Нажрался и упал, как заново родился. Зарывшись выл по самый перископ. Все от того, что часовая мина из лодки сделала подводным разный гроб. Над нами ласковое море. Полоски берегов. Осталась песня в просторе. И воздух всего на пять лесу. Теперь по самому тебе. Родит, кричит, спасите наши души. Пусть толщи вод летят и рейнуки. Тишина, все глуше, давит души. Письмо на ощупь, ласточки и ночи. Над нами ласковое море. И в двух сторон полоски берегов. Осталась песня на просторе. И вот на пять часов. Вы что, в реке прикол такой стоим, короче. На что, когда мы приехали? Если сейчас у нас будет какая-то речка, то я сбалую цистерны. Ну, конечно, тоже самое, что с утром. Марина, место не на путь. Ну, все, конечно, она земля, наверное. Уже забыли, как там всех зовут. Над нами ласковое море. И с двух сторон полоски берегов. Осталась песня о просторе. И воздух всего на пять часов. Спасибо. И вот, спасибо.
А сейчас на выбор. Вареники, 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 вареники,